Всем привет! Ну что ж, давно у нас не входило видео. Ситуация, сами понимаете, какая у нас в стране. Мы не унываем. У нас, в принципе, все довольно-таки неплохо. Вот. Снимаю это видео, как бы, ну и попробовать одну из железок. Это 125-ка. Меня хороший знакомый попросил проверить от очень известного мастера. Я не буду говорить от какого, потому что говнище не разводить. Вот, потому что сведение в ноль, конвекс, делал слесарку я. Посмотрим, что она даст. Вот. И в процессе будем общаться, разговаривать, потому что мы сейчас будем думать, куда уходить, на какую больше платформу, либо ВКонтакт. Потому что я пробовал на Яндекс.Дзен закидывать, пробовал на Рутуб. Что-то они как-то все корявенько работают, по поиску плохо очень все работает. Вот. Видео, наверное, все-таки я снимать в любом случае буду. Буду их снимать в каком разделе. Все, ну, процессы, рабочие процессы, моменты, что и как делаем. Вот. Тесты останутся, потому что мы без тестов никуда. Это, скажем так, самый главный, наверное, критерий, так как без тестов мы не будем знать, в какую сторону двигаться, потому что при одной и той же твердости ножи совершенно по-разному режут. Это мы уже тоже выяснили и не раз доказывали это. Вот. Инстаграм закрывается. С Инстаграма у нас под видео будет ссылка на Телеграм-канал, будет ссылка на ВКонтакте. Может быть, и Одноклассники опять откроем. Там, я уж 100 лет там не был. Да и ВКонтакте я уже сам так. Мой друг Виктор сейчас ВКонтакте общается за меня, потому что он мне сильно развязал руки в каком плане. Потому что поступает очень много звонков, сообщений, на это, на все нужно очень много времени. И у меня все прям встало вообще. Все. Ножи практически я там в месяц 3-4 максимум делал. То есть если я раньше там штук 10 делал, 15, ну то есть мелкую серию, имеется в виду, не каждый там штучный, естественно, с ними там проводишься, а мелкую серию. Вот. Ну, сидели, поговорили, Виктор говорит, ну давай я тебе помогу, я, ну, с этим. Я его попросил, потому что я уже чувствую, что не справляюсь. Виктор, он давно общается в ножевой тематике, у него свои подходы, он уже знает, как правильно сфотографировать, как общаться с людьми, потому что, допустим, сейчас объясню, я общаюсь с клиентом с точки зрения, не с точки, а со своей, скажем так, колокольни, но у меня кругозор по ножам гораздо ярче выражен, да, я уже какие-то моменты мелкие знаю и переношу это на людей, как будто они это тоже знают. На самом деле получается такой односторонний разговор, и я часто на этом себя подлавливаю. Вот. То, что я человеку объясняю со стороны того, моих знаний, вот скажем так. А человек, который некоторые головой кидает, кивают, да-да-да, а некоторые говорят, ну, Анатолий, так и так. Мы не столько с адреналинами, хотя, ну, попроще объясни нам. Ну и вот я на пальцах уже начинаю объяснять. Ну, в любом случае, все объяснения, все разговоры – это время. А времени у нас катастрофически не хватает, как вы знаете. Так, ну что, давайте приступим и уже в процессе поболтаем. Вот. Так, все, я тут обнулился. Проверим, все у нас считает. Да, все замечательно. Ой, как хорошо отрезал. Сведение в ноле, 125-ка. Ну, в принципе, что скрывать, это термичка Дениса Фролова, кастомная. Это, как мне сказали, я точно не уверен. Вот. Очень хорошая термичка. У Дениса всегда хорошая термичка, особенно там, если это касается каких-то таких углубленных сталей. У него стабильно хорошая, а есть еще и кастомная. Поэтому сейчас мы посмотрим, сколько,
что у нас отрезано. Сейчас у нас закрывается YouTube, как все знаете, да? Закрывается Instagram. WhatsApp еще вроде бы как остается. Ну ничего, перейдем на другие платформы. Я уже скажу честно, сам от YouTube не всегда в восторге. В каком плане? У меня дети, два сына, оба там торчат. Без вывода. Причем там такой крышак снимает. Это вообще жесть. Старшего вроде я ему объяснил, он вроде бы как понимает, да, кого смотреть, кого не смотреть. Там кричалки, вот игрушки, я русский. Больше сейчас по кулинарии угорает, вот, по, скажем так, по съемке, как правильно сделать экспозицию, выставиться, свет. Я, конечно, вообще далек от этого. Ему вроде как нравится. Посмотрим. Режет очень хорошо. Сидение будет в ноль. Рог я, да, в принципе, подобный. Если что, я пересведу, если там какие-то будут нюансы. Что касается дальнейшего, ну, да, по металлу сейчас, конечно, трудновато. Но я думаю, все равно это ненадолго. Найдут, да, конечно, будут процветать опять черные рынки. Ну, если официального ввоза не будет. Через третьи страны, три цены. Ну, металл в любом случае будет там какой-то эксклюзивный, да, там, где она. Вот. Мы больше упор. Я все изначально делал на нашей стали, то есть на 95-ю на хашку. Башка, ну, она более универсальная, скажем так. Неплохих результатов добились. Как недавно мы увидели братья Саурова, тоже отличный результат показал. Их кованая по 12 МФ. То есть, тут видите, в чем дело. Все-таки главное чувство достаточности. Я сомневаюсь, да, кто тут там, блин, на охоте будет больше двух-трех там животных разделать. Ну, край три, да? Без правки, имеется в виду. Чтобы нож. Ну, что мешает ее поправить? Вот взяли маленький силочек. Ну, не силочек даже, а керамическую трубку, которую берется в рюкзак и куда два раза провели. У вас практически первоначально острота. То есть можете работать дальше. Да, хочется, конечно, майбах, ну и вроде бы так. Хонда неплохая машина, да. Особенно если она там какая-нибудь на стероидах прокачанная. То есть там, если нам, допустим, хашку уступает, да, какую уступает? М390 она перерезает, да? Ломукс она уступает. Но тут можно цена-качество, да? И опять же, все говорим, сравнение познается. По 12 она все-таки резко прогрессивнее будет. Но агрессивно срезанные тоже уже поняли, что большинство зависит от заточки. То есть, аспект крупнее заточек, у тебя агрессия появляется. То есть, как там людей повредили. Все подбирается индивидуально. Я говорю, у меня вообще мой нож на 690, у меня порошков нет. Я не... Ну, хочу, но пока... Не собрался я, чтобы себе именно прям нож сделать. Хочется так. И если уж делать, то нож, чтобы красиво, дорого смотреться. Просто ходить с ножом мне и
М690 в глазах хватает. Сейчас 95 у нас очень неплохие результаты. Практически не скупают М690. Поэтому, если даже кто-то вдруг на какое-то время определенно пропадет, я думаю, продолжим также делать из наших сталей. Хочется выйти, конечно, на 110, 110 ШД вот этого, 110 К18 ШД, но что-то не встречается. Больно, правда, не искать, надо просто углубиться и смотреть это все. Но что, мне кажется, не очень много выжить побольше. Режет очень хорошо, бодро, спокойно, у нас уже 200. Вот какой-то такой рез вроде бы плавноватый, и это, но и длинноватый, но спокойно режет, режет. У меня была недавно 125-ка. Тоже одного известного тирониста, но все, что от него я пробовал, тихий ужас. Оно все не режет, все перекаяно. И 125 в том числе была перекаяна. То есть она отрезала неплохо, там 560-590 раз, но на роге она вся покрошилась. Кстати, тоже еще одни неудавшиеся эксперименты. Это купьема 3 железки здесь пополам. Если посмотреть, была трещина вот здесь в углу, и когда я примил, то есть была поводка, но это я с режимами загрубил, поэтому к чему приводит, если, ну, хочется, да, из железки повытягивать по максимуму, а получается у нас вот такие вот вещи. Если здесь смотреть, здесь у нас трещина, вот она, вот до сюда вот трещина. Вот. Конечно, я попробую вот так ее убрать, и что-нибудь себе может сделать, какую-нибудь маленькую финичку. Но это уже брак, то есть я их отложил. Здесь вообще, по-моему, сквозные практически. Так. Очень плохо видно. Их хорошо было видно. Да, здесь вот трещина вот до сюда. С этой стороны до сюда, с этой до сюда. Сниму, с этим уже клинком ничего не делать. Их очень легко определить, подвешиваешь и по звону. Они глухой звон получается, значит. Там трещина. Надо подвешивать. Так что вот 3 железки. Жалко, что делать? Цена, проб и ошибок. Хотя твердость там всего лишь 63 единицы. Мне вот хотелось на маленькую твердость попробовать, как она режет. Но при циклировании не соблюл режима. И у меня полопалось сильно. Мне кажется, было. Ребята,
Инстаграме, в Телеграме и ВКонтакте вместо меня иногда, в основном отвечает Виктор Сухов. Мой друг, он любезно согласился помогать в плане ведения каналов, ведения соцсетей. Он очень подкован в новожилой тематике. Он практически все нюансы знает, все объяснит, расскажет. Что-то если прям совсем какие-то нюансы вас будут интересовать, без проблем, я с вами пообщаюсь. Если все, что касается слесарки, можете с Андреем обсудить. Андрей тоже, в принципе, всегда ответит. Ну, конечно, Андрей очень занят. Не знаю, как этот человек работает. Я прихожу с 9 где-то и до 9 вечера. Но у меня есть выходные, у меня есть основная работа. Я там работаю, но, наверное, так, стараюсь больше отдыхать. У Андрея он без вылаза. Уже, наверное, 3-й год. Бывает, у него там вытащим к себе в гости, чаю попить, пообщаться. Вот, а так, у него время некуда. Человек очень трудолюбивый. Всегда добивается своих целей. Планомерно, но добивается. Вместо Крио мы взяли холодильничек неплохие. Потом в будущем покажу. Я вообще процесс закалки стараюсь все покажу. Что и как у нас происходит. Сейчас мы только все наладим, маленько разгребемся, потому что заказов много. И заказы у меня, много заказов стояло по моей прийти, ну, из-за меня. Потому что мне приходилось много общаться, и из головы вылетало одно, другое, третье. Сейчас Виктор меня с ним разгрузил. Я сейчас активно учусь делать комикс, потому что мне комикс очень понравился. Очень хорошая такая тема. Не знаю, везде ли применимо, но, как показал практика на кухне, это очень хорошо работает. По разделке зверя тоже изумительно. А что еще нужно? Деревяшки собрать, кстати, тоже. Комикс. То есть у нас предки не зря у нас делали все сабли, мечи, у них конус был, у них не было прямых спусков. 570 уже. Ой, 470, прошу прощения. Вроде так мылит, а режет. То есть нет такой там выраженной агрессии. Но это, повторюсь, агрессия у нас все-таки больше добивается финиша. Данная железка заточена на 36 градусов, то есть я не комикс точил, а именно прямые V-образные спуски, чтобы поставить в равные условия. Вот. Thank you.
Ну что, порошков сейчас уже не спрашивайте. Порошки мы сейчас именно клинками подавать не будем. По 12 в клинках будут. 95 в клинках будет. Возможно, еще какие-то стали отечественного производства будут. Типа 9HS, ШХ-15. Скорее всего, это все будет. Надо посмотреть порошки. Мне вот по составу понравились наши порошки Х12М. Если я посмотрю состав, такой довольно богатенький. Итак, прошу прощения, приходили по делам, убрал я предыдущую штуку, у нас там уже 810 раз, уже 810 резов. Я сейчас маленько подмотаюсь. Очень хороший клиночек. Ну, что греха таить, Денис Фролова, наверное, одна из лучших клиночек. Не надо забывать, мы все привыкли, что Денис хороший термист, он не только термист, он очень хороший мастер. То есть не очень красивые ножи, своеобразные, но зато неповторимые. То есть они выделяются из общего, общей контекста, концепции, скажем так, ножей. Но, как он говорил, он больше акцент ставит на удобности, ему не столько важно. Визуально. Ну, они, кстати, визуально очень хорошо. И с точки зрения эстетики и качества сборки, ну, скажем, тоже так понятно. В мелочах. К сожалению, я его работы в руках не держал. Либо на фото. Но по фото, конечно, нюанс. Можем не увидеть, но видно по отношению, то есть, как он это все выскабливает, выделывает. Андрей, как видно, вот он никогда не пойдет на сделку совести. То есть я такой человек, ну я творческий, да, но вот у меня есть, допустим, смотри, какие ножи. Если это нож средней ценовой категории, да, я могу на что-то закрыть глаза, но именно то, что вижу я. Я знаю, что никто никогда не увидит этого косяка. Андрей он так не сделает никогда. И все, что он видит, он либо переделает, либо... Но, повторюсь, это... Как вам объяснить-то? Тут... Точность, какую вам надо точность после запятой, да? Допустим, 1,5, там 10 сотых, 5 тысячных и так далее, и тому подобное. Вот. И каждый знак после запятой увеличит время в квадратичной зависимости. То есть вот вам основной, ну, основное время на нож, вот до запятой, оно примерно у всех одинаковое. Плюс-минус. То есть это слесарка, это спуски, а вот уже вылизывание, то есть это после запятой, вот этот вот нюанс, да, тут чуть-чуть подправить, там подправить. Мастер, он же складывается не только в том, чтобы делать без ошибок, а именно еще, чтобы эти ошибки суметь исправить. То есть неизбежно, они есть.
в процессе рождаются, возможно, какие-то идеи, как эту ошибку переправить, но обратить ее в плюс, а не в минус. И рождаются новые идеи, новые возможности. Собственно, мы все так работаем. Вот. И в зависимости, да, если этот нож очень дорогой, там, да, то, естественно, ты будешь уже там, 3 знака после запятой, 4. И на него, естественно, время гораздо больше уйдет. Там, то есть уже надопили вот, выскабливание. То есть, там, допустим, ты нож собрал за 2 дня, да? А вот чтобы довести ручку вручную, все, выточить, все выгладить, ты можешь неделю, можешь 2 недели его гладить. Проточечки вот эти вот все. Вот. Ну, в общем, нюансов много. И их все надо соблюдать. Лучше изначально делать хорошо, а потом переделывать. Ослабить, перетянули, что-то мне тут вот подшипник зажал. Я не позиционирую себя, допустим, как мастера очень высокой категории. Нет. Но я позиционирую себя мастера, который делает все операции сам. От вырезки, термички и тому подобное, до сборки, вылизывания. То есть ты отвечаешь за нож сам. Ты ни на кого не сваливаешь. Там термист, урод. Руки кривые, там слесарь, сай слесарка из жопы клин. Нет, тут все в совокупности. Если в чем-то, ну я считаю, это самое правильное. То есть вот то, что там кто-то только ручки делает, кто-то только клинки делает. То есть да, они молодцы, они мастера, возможно, в своем деле, они очень неплохие. Но все же они, ну, всегда от кого-то зависишь. От каких-то условий, от каких-то задач. То есть человек там заболел промежуточно, да? Ну, клинки, у тебя есть срок там. Ну, с заказчиком договорился, допустим, ты ручкодел. Ты договорился с заказчиком, да, что вот к тому такому числу. Да, ты, ну, минуя риски, ты заведомо больше говоришь по времени. Вот, ну, время на изготовление. А представьте, не один, а 2 человека вышло из строя. То есть термист заболел, уехал, пропал. Затем слесарь, который делает слесарку, да? И все. И ты начинаешь нервничать. Когда тут нервики, они очень сильно просаживают нервную систему, так устает. Да вообще, у нас практически все болезни нет. Поэтому надо как можно меньше. Смотреть телевизор в первую очередь. Я практически вообще не смотрю. Бывает очень редко. Вот, потому что все мы люди впечатлительные, особенно на плохие новости. Вот у нас заложенность плейстоцена. Вот. То есть, хочешь не хочешь, мы на негатив реагируем гораздо сильнее, чем на позитив. Ну, правильно. Негатив — это к чему? Это значит опасность, нас грабят, убивают, насилуют. А когда все хорошо, оно и есть хорошо. Ты лежишь, чешешь пузо, у тебя все замечательно. То есть
никуда бежать, стремиться не надо. Поэтому у нас нет впрыска адреналина в кровь, кортизола и тому подобное. Вот. Поэтому старайтесь меньше мыть. То, что происходит, оно от вас не зависит никак. И то, что вы думаете, что могли как-то либо повлиять на это, ну, возможно, могли, но вам тогда надо в политику, а не смотреть на живые каналы. За или против, допустим, да, компании на Украине, я не могу сказать наверняка, потому что я не знаю исходных данных. То, что говорят и там, скорее всего, врут. Либо, возможно, говорят правду, но, как знаете, правду можно сказать по-разному. А чтобы выяснять, тратить на это время, ну, я как бы, ну, опять это же гадание как-то. Все вот эти политологи, они сами, в принципе, это пальцем не... Если, ну, были уже работы научные по тем или иным работам, ну, политикам, по прогнозам, сбылись они, не сбылись, это оказалось... В итоге, это то же самое, что подбрасывать монеты, и то, наверное, вариант, ну, совпадений будет больше. А что-то получилось, по-моему, 15% только попаданий, то, что предсказывали политологи. Да, Жириновский немного попал, он много говорил, что надо и не надо. То есть хочешь, не хочешь, ты будешь много делать предположений, какие-то хочешь, не хочешь спадать, да, особенно диаметрально противоположные. Естественно, я за то, что наши политики ведут дела. Не во всем согласен, да, но значит, у них были на то... Я сомневаюсь, да, какой здравый мыслящий человек задумает. Ну ладно, Японию взять. Маленькая вроде страна, да, там население, в принципе, а население как у нас. Они всю жизнь там воевали, всю жизнь. Их просто, так как у них нет ничего своего практически, да, они вынуждены это все закупать. Либо захватывать. Поэтому у них очень много колоний были. А китайцев они сколько перерезали. Это кошмар. 250 тысяч. Просто. Чтобы навести террор. Вот и все. Закончился. Очень неплохо. 1059 раз минус... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Минус девять. Ровно 1050 резко. Правильно? Да, правильно. Замечательный результат. Замечательно. Видео будет, прошу прощения, наверное, из трех частей склеим. Да, тут мне приходилось, звонили, отключал телефон, потом будильник у меня сработал, потому что я ем по расписанию. Каждые 3 часа. Вот. Что ж, давайте проверим. Никаких засветов, ничего нет. Ну, во-первых, и железка очень такая специфическая. Очень богатая лигатура, особенно в анаде. Потерять на них, прям клеем завелся.
Да нет, нормально. Казалось, что как плоховато. Вот берем. Все хорошо. Так. Ну, что, подвывасим? Сейчас мы от остатков рога уберем. Жидкость я мерял 65-65,5. Твердость у нее. То есть. Ну, она сама по себе монстрящая такая. По составу. Как мы знаем, Денис Фролов, он очень хорошо и термичный. Многие железки очень хорошо термичные, если не все, так сказать. Такие железки термичные, которые я даже не слышал. А чтобы каждый подобрать режим, извините меня, это время. Время и в первую очередь деньги, потому что столько пути уходит. Тут у нас есть. Ничего не вижу. Есть микроскоп. Но его практически не видно. Да, вот он. Подлетел. Малюсенький, малюсенький. Да, вот здесь еще есть. Два скольчика как раз здесь, вот и вот здесь, вот они ими не зацепляются. Они прям микроскопичные, просто экзамен глаз не видно, даже на обрисков нет. Но бумагам уже они подмахривают, то есть они дают уже. Как прошло, даже не заметил. Нет, как раз вот махра и вот махра. А так они практически проскальзывают, как дети. Очень достойный железо, классно. Мне очень нравится. То есть, если бы быстрее провести, то вообще все отлично. Но железка еще толстая, то есть здесь обувь, по-моему, четверка, то есть и сведение. А, не сфокусируется у меня фокус. Вот. Классно. Ну, в общем, все. Всем спасибо за внимание. Наверное, это было крайнее видео на YouTube. Вот сегодня я его выложу. Сейчас постараюсь побыстрее смонтировать. Указать свои все реквизиты. Ой, реквизиты говорю. Ссылки. Никаких реквизитов.